Всем привет! Хочу вас поприветствовать. Сегодня давненько уже не скидывал видосиков про путешествия. Вот. Так что сегодня я тут катался и увидел прекрасный такой скейтопарк. Да. Дети под свой лад его разукрасили. Сейчас заедем и посмотрим его. Тут заходим, кстати, дети все делали сами. На пожертвования фирм, ходили по фирмам, вот, и у кого свои фирмы, они могли сделать какое-то пожертвование для детей, и вот на эти деньги они вот так вот себе построили вот такую вот площадку для скейта, да, в деревне. Вот несколько тут вот таких переносных слейтов. Вот посмотрите, какую картину нарисовали. Шикарно. Вот это была старая остановка где-то. Они ее взяли, отремонтировали. Ну вот так вот выглядит это теперь, да? Вот такой вот слоун сделали. Ну такой вот маленький себе сделали. Как в Америке, вон с ботинками придумали фишку кидать на лампы. Ну вот так вот, из маленькой деревни, да, где жители меньше 10 тысяч. Вот такой вот они скейтопарк сделали. Какая классная вещь. Так что, ребята, спасибо, пока.